Всем огромный привет, друзья. Я немножко приболевший. Вчера под 39 температура была. Вообще подыхал. Сегодня более-менее нормальная. 37,2. Короче, на таблетках. Поехал. Сейчас поедем разгружать трактора с Олегом. Два трактора пришло еще. Mitsubishi MT-16 и Yanmar F6. Вот. Надо их разгрузить. Поэтому на таблетках еду разгружать. Посмотрим, в каком состоянии. Но Yanmar-чик вообще, насколько я помню, прямо красивый должен быть. Но по фотографиям из Японии. Посмотрим, как состояние. Mitsubishi тоже, в принципе, неплохая была. Красивая, ровненькая. Сегодня прям, блин, повезло. Грузовик приехал практически домой. То есть нам даже из станицы никуда уезжать. На трассе, на заправке вот встали, вот подъехал. Сейчас шторку откроем, посмотрим, как трактора стоят. И вот, собственно, будем разгружаться. Говорит, бензонасос через 5, бензонасос ты через 5 минут приехать должен. Ну что тогда? Где? Где бочка вот здесь? Где бочка? Ага, на обочине. Уже бы скинули. Раскудахтались, короче. Здесь? Не, он не повернет здесь. Он наедет за прицепом вот на эту штуку. Раскудахтались, короче, заправщицы, администраторы. Вы не имеете права здесь разгружаться. Сейчас бензовоз приедет. Он приедет с минуты на минуту. Сейчас больше чем уверен. Пока разгрузимся, никто туда не приедет. 100%. Вот. Сейчас будем, наверное, на дороге остановимся и будем там разгружаться около заправки. Так, сейчас. Mitsubishi MT-16. Его надо будет развернуть. Капота нету. Так. И Yanmar сейчас. Не, у Yanmar зажигание включено было, батарейка пустая. У Mitsubishi тоже зажигание включено. И как загнали аккумуляторы. Думаю. Так. Вот что-то признаки жизни появились. Нет контакта? Прямо кислый. Ага. Сейчас свечи греются. Да хрен его знает сейчас. Один завелся. Ну нету ремня вообще. А, генератор заклинивший, заржавевший. Понятно, сделаем.
Ерунда. Так, ладно, сейчас его будем выгонять, потом этот на очереди. Митсубиську выгнали своим ходом. Здорово, даже развернуться получилось. Все, сейчас фрезы надо закинуть, и Инмара просто на землю спустить надо будет. Так, сейчас фрезы будем выковыривать. Запыхался. Вот это физнагрузка такая лютая, жесткая. Ну тогда поехали, увезем. Быстренько, у них тут 15-20 минут. 20 минут. Приезжайте хоть сейчас, блядь. Я уже все, вы у меня крайне. Ну, я ночевать где-то здесь даже буду. Баба есть, наверное, одинокая? Баба одинокая. Давай посмотрим. Так, можешь его завести, попробуем сразу. Так, сейчас Янмар заведем, посмотрим, что да как, и поедем. Так, сейчас, давай. Сможем. Что, на тормозах стоит? Нет. Просто он... Там чурки под колесами. Да, Ильян, ты дотокаешься, дорогой. Все? У него батарейка на больших клеммах, нет? Что там? Подломали? Так. Вот у него такая штука. Это тоже на маленьких клеммах. Так. На этом ремень стоит. Так, а он еще и прикручен. А, нет. Так. Что там, где плюс-минус? Ну вот плюс. Так. Так. Вот так. Не залазит по ширине. Нет, ты тогда минусом не дотянешься. По ширине должен залезть. Да, все. Ну вот так, да. Все, держите, Захаром. Так. Подожди. Марчик. Давай. А то он в том, может, тоже есть, я не смотрел, просто у него ж помпа не крутится. Давай. Не контакт. Так, опять. О, контакт есть. Так. Контакт. Газку. А как он греет? Он сам греет, по-моему. У него нету. Ну ставьте его родную батарейку. Пускай это... Батарейку родную ставьте. А. Ага. Так, а декомпрессор у него есть, нет? Давай. Компрессия лютая. Да нету тут ничего. А этот рычаг не знаешь, что значит? Знаю. Нету контакта. Вообще компрессию не проворачивает. Посади, что ли? Это. Так. Ну чё? Давай, чё, попасть.
Мар пока выгружать не в чем. А? Да сейчас так на сходнях скинем все и все, и за Инмаром поедем. Водитель сказал, что мы у него сегодня последние, поэтому можете не торопиться, на землю не разгружаться, а сразу вот так вот. Сегодня очень хорошо. Быстренько все получится. Вот Митсубиська, и там за Инмарчиком сейчас сгоняем, еще и вообще будет шикарно все. Все, разгрузили сейчас за Инмаром, и на сегодня все. Завтра, может, приеду, покажу, как они при свете дня выглядят. Уже темно, поэтому даже разгрузку второго снимать не буду. Да. Темнота уже завели своим ходом. Выехал нормально, все четко. Есть небольшие нюансы, которых на фотографиях в Японии видно не было. А так, в общем-то, даже колеса не ржавые, хорошенькие. Помоется, там видно будет. А крыша-то какая? Крыша вообще японская. Японцы не шутят. На ней, интересно, сверху Янмар не написано на этом тенте. Нормально. Что там, 92-й год по дискам. Хороший тракторок. Разгрузили трактор. Все нормально. Такой вот крыша вообще лютая. Прикольная прям. Завтра, наверное, не приеду делать их, ничего, мне температура. Выздоровлю маленько и потом сниму, покажу, как они, что, как они выглядят. Разгрузили оба трактора, как бы все окей. Я просто хотел завтра поехать, думаю, снять вам видео, что, как они. Но, наверное, покажу в следующем видео, потому что чувствую себя нехорошо, у меня температура, я еще не выздоровел, заболел. Вот то видео, когда я снимал, где пальцы точил, там я еще себя хорошо чувствовал, а это я снимал позавчера. А вчера что-то меня так убило, прям неплохо было. Вот, в общем, как выздоровлю, сниму следующее видео, как, что там, трактора себя чувствуют. Собственно, движуха идет потихоньку, трактора покупаются, но следующая теперь партия тракторов будет только летом, потому что Нурия, жена Олега, она, собственно, сейчас здесь, в Краснодаре. И чтобы что-то купить, надо, чтобы она уехала в Японию. Это будет, ну, весной, в апреле, наверное, только. Вот. Как-то так. Короче, не болейте. Всего вам хорошего, доброго. Будьте здоровы. Все, всем пока. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.